пожаловать на канал Мыло Офф. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор тканевой маски с экстрактом розы. Маска с нежнейшим ароматом розы дарит необычную свежесть и увлажнение. Пропитанная концентрированной эссенцией, маска работает сразу после нанесения. Маска интенсивно увлажняет, питает, придает соковистость, эластичность и повышает упругость. Всякие листовых масок для лица на тканевой основе содержат совокупный комплекс экстрактов трав, фруктов, овощей, меда и натуральных масел. Маски с овощными фруктовыми экстрактами корректируют жировой обмен и водно-солевый баланс гидрофицелируется, оказывает регенерирующие действия, справляет с удалением органических клеток. Сок целебных трав в составе идеально заживляет кожу, обладает мягчайшим и солнцезащитным действием. Эффективны такие маски и для увядающей тусклой кожи. Потрясающий аромат средств, ненавязчивый, естественный. У каждого вида он свой, неповторимый и натуральный. Натуральные природные маски пользуются огромной популярностью за счет ощутимого и визуального эффекта. Маски обладают накопительным эффектом. Вот так выглядит данная масочка. С экстрактом розы. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!